В оправе из 5 горных хребтов лежит драгоценность Армении Севан, одно из крупнейших пресноводных озер мира. Тысячелетиями шумела жизнь вокруг Севана. Возникали и падали царства, вырастали и рушились города. Об этом свидетельствует каменная летопись на его берегах, древние плиты надгробия, стены некогда мощных крепостей и храмов. Памятных времен Севан связан с историей армянского народа. И в прошлом, и в наши дни он радовал людей своей красотой. Возросла роль озера за последние полвека. Его воды обеспечили электроэнергией промышленность республики. Напоили земли Араратской долины. Севану пришлось отдать на нужды народного хозяйства миллиарды кубометров воды. Зеркало озера сократилось. Оно обмелело и потеряло прежнюю прозрачность. В воде, прогретой до дна солнечными лучами, стали бурно развиваться микроорганизмы и водоросли. Сохранить Севан, чудо природы, стало делом государственной важности. Было решено пробить через Варденийский хребет тоннель и по нему перебросить часть стока реки Арпа. Строительство тоннеля длиной в 49 километров – подвиг ради Севана. Позади годы упорной борьбы со скальными породами, оползнями, подземными источниками. Всенародная стройка близка к завершению. По этому подземному руслу Арпа потечет в озеро и будет отдавать ему до 250 миллионов кубометров воды в год. Воды реки повысят уровень Севана. Это благотворно скажется на условиях жизни его обитателей. Кто не слышал о знаменитой севанской форели? Здесь ее называют ишхан, что в переводе означает «князь-рыба». Восстановить запасы форели. Этим заняты 4 рыбозавода, которые ежегодно выпускают в озеро десятки миллионов мальков. Многое свершил Севан для преображения армянской земли. И люди не забудут его щедрости. Они сделают все, чтобы сохранить красоту и богатство озера для будущих поколений.